мысли рыщут за твоею непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги. Все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Рассказ «На злобу дня» называется «Робин Гуд». Вчера звонок в дверь. Открываю. На пороге Робин Гуд. Английский разбойник. Он говорит: «Возьми деньги. Я у богатых отнимаю и бедным отдаю». Я растерялся. Говорю ему: «Все у вас как-то за границей через эту, как ее звать, пень-колоду. У нас наоборот у бедных отнимают, а богатым отдают». «Но это вообще-то хорошо, что ты богатых англичан грабишь и нам отдаешь». А он мне говорит: «Нет, дружок, я не богатых англичан граблю, я ваших богатых граблю и вашим бедным отдаю». «Наших? Ваших, ваших». Я бросился к нему и кричу: «Я тебя ни за что не отпущу. Зайди хоть стакан чая выпей. На улице-то сыро, гриппом можешь заболеть». А он мне: «Нет, дорогой, не могу зайти, не успеваю грабить». Я ему: «Да прошу от имени всех, у кого зарплата ниже прожиточного минимума». Ну ладно, зашел он. Я сразу кинулся к соседу за скороваркой. Потихонечку вызвал от него милицию. Ну, они тут же приехали, повязали Робин Гуда. Народ сбежался, шумит. Робин Гуд стоит, плачет. Он ведь всю жизнь неуловимый был, а тут на тебе. Ну, мы ему и говорим: «Не плачь, разбойник, и зла на нас не держи. Просто у нас богатые, если потеряют копейку, так уж такие цены заломят, что нам никак уже не выжить, даже с твоими добавками. А ты, видать, их грабил каждый день. Уезжай-ка, дружок, лучше по-добру-поздорову к себе в Англию». Ну, он и уехал. А я вот раньше грешил на правительство насчет цен. На Госдуму и на Совет Федерации. Даже на администрацию президента подумывал. А оказалось, что все это нам вредит Робин Гуд. Ну, слава богу, все позади. Теперь хорошо должны зажить. Вот такой рассказик.